сегодня у нас хороший день с очередным приятным событием. Создаем свою очередную самоделку. Ну что, поедем определяться. Сейчас дорога на Volvo. Сделаем парочку операций, которые свяжут машину с прицепом. 24 вольта оттуда возьмем. Вернее, не оттуда, а с прицепа возьмем 24 вольта. На прицеп возьмем 24 вольта с машины, с блока, который для установщиков кузовов. И поедем. А сейчас у нас будет торжественное открытие шампанского. Давай, Андрюха, доставай бутылку. Открывай. Это вот все наше производство. С полосками. Слева, справа. А, с какими наклейками красивыми. Вот тут вот решили не трогать. Поставили красивую. Экран для глушителя оригинальный. Решетку хотим покрасить в серебро. Что такое? Ну что, красота? Давай, Андрей. Торжественный подход к снаряду. Ну, хорошей дороги, Volvo. Отлично. Как всегда, мы свои машины немножечко вот так нестандартно отправляем дорогу. Сами не пьем, машине наливаем. Все, хорошей дороги, Воля.